21 мая свой профессиональный праздник отмечают работники культуры и искусства. От имени главы региона виновников торжества поздравил руководитель аппарата Акима области Руслан Алишев. По поручению главы государства каждая область приступила к формированию центров креативных индустрий. И здесь мы тоже проводим большую работу и надеемся, что новый объект также станет очень значимой площадкой и местом притяжения талантов нашей Северо-Кастанской области. Символично, что здание, в котором мы будем строить новый креативный центр, это старый, добрый казахский драматический театр. Текущий год богат на знаковые события культурной жизни области. Вековой юбилей отметит Северо-Кастанский историко-краеведческий музей. Областная библиотека Совета Муканова отпразднует свое 90-летие. Планируется открытие новой современной художественной галереи «Ботай» на улице Конституции Казахстана. Этим летом в области планируется отремонтировать 20 объектов культуры. Большинство из них находятся в районах, отметил Руслан Алишев. В свой профессиональный праздник награды получили более 40 работников культуры и искусства. Хранитель фондов музея района Шалакына с 9-летним стажем Гулим Нургалиева в праздничный день получила благодарственное письмо акима области. У нас в музее более 8 залов. Я отвечаю за количество экспонатов, поступление экспонатов, принятие, описание, подготовление экспозиции на мероприятия. Как бы хранитель фондов, я всегда говорю свою работу, мы остаемся за кадром. Более 10 выставок в год у нас проводится. Мы учащиеся, жители города Сергеевка, очень часто к нам приезжают гости с других областей, с республики. Медаль «Ветеран труда» вручили заведующей музеем областного русского драматического театра имени Николая Погодина Людмиле Лошаковой. Кроме того, 10 североказахстанцев получили нагрудный знак «Мадиньет Саласынын Үздігі». Среди них художественный руководитель народной студии танца «Куанамын» Алина Ушакова. После окончания педагогического училища я начала пробовать работать с детьми. Но тогда у меня еще не было профессионального хореографического образования. Я закончила наш колледж искусств, отделение хореографии с красным дипломом и стала работать в детском самодеятельном танцевальном коллективе руководителем и хореографом. В дальнейшем я закончила Омский государственный университет, отделение культуры и искусств. Работаю с детьми я уже больше 35 лет. Награды от Министерства культуры и информации на торжественном собрании тоже вручали. Праздничное мероприятие завершилось концертной программой. Дарья Башманцева, Куанар Абдрахманов, НТРК.